Горячий прием для вора в законе. Оперативники управления стратегических расследований полиции задержали гражданина России Мамуку Чхабиридзе, он же Мамук Ахонский. Криминальный авторитет незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе. Как сообщает департамент стратегических расследований, статус вора в законе 44-летний уроженец приобрел в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме, в которой в общем провел более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года. Мужчину поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину. Вместе с Мамукой Хонским правоохранители задержали еще одного вора в законе – Левана Мирцхулаву, он же Пучура и Ливан Сухумский. Как и Мамука Хонский, Пучура прибыл в Украину по поддельным документам. Здесь он собрал преступную группировку, которая занималась разбоями и вымогательством. Криминальный авторитет фигурирует в нескольких делах украинской юрисдикции, поэтому, в отличие от Мамуки, его не вышлют, а привлекут к уголовной ответственности. Ливан Мирцхулава уже попадал в поле зрения одесских полицейских. В 2013 и 2017 году его задерживали и выдворяли из страны.